Всем привет! Сегодня я покажу, как обновлять приемники FR-Sky, у которых есть смарт-порт. Для этого нам понадобится обычный кабель для серв с двух сторон. Причем полярность мы не меняем. То есть и с этой стороны, и с этой пины вставлены одинаково. Для старых версий надо было с одной стороны поменять плюс и минус местами и прошивать через внешний модуль. То есть вот сюда вот. В новых передатчиках уже есть смарт-порт снизу, около SD-карточки. И теперь прошивать будем через него. Итак, входим в режим. А для этого сначала нам надо скачать программное обеспечение на компьютер и скинуть его на карточку. Итак, входим в режим загрузки. Вставляем кабель. И переходим к компьютеру. Итак, заходим на сайт FR-Sky, переходим в раздел Download. Там выбираем приемники. И ищем наш S6R. Скачиваем программное обеспечение последней версии. Разархивируем. И тут он дает две версии. Первая — это LPT, европейская версия, и FCC, международная версия. То есть тут вам необходимо знать, какая версия передатчика у вас, и выбрать необходимое программное обеспечение. У меня международная версия передатчика, я выбираю FCC. И перекидываем это все на SD-карточку на передатчике. Раздел Firmware. Итак, выходим из режима загрузчика. Вынимаем кабель. Welcome to OpenTF. Теперь заходим в раздел SD-карточки, долгое нажатие на меню, Page Up, Firmware. И здесь мы видим наше программное обеспечение, которое мы скачали. Теперь в S-порт приемника, соблюдая полярность, минус-плюс сигнал, вставляем наш кабель. Точно так же, соблюдая полярность, вставляем кабель в передатчик. Здесь у нас сигнал идет в следующей последовательности. Минус – это левая, плюс – центральная, и сигнал – правая. То есть вставляем вот так вот. То есть слева направо, минус, плюс, сигнал. Все, мы готовы к прошивке. Заходим в SD-карточку, Firmware, выбираем нашу прошивку, долгое нажатие, и Flash S-Port. Ждем, пока загрузится. Все, программное обеспечение установилось, можно отключать приемник.
вынимать кабель. Очень важный момент. Если после этого у вас приемник не подключается к передатчику, просто используйте другой файл программного обеспечения. То есть, значит, у вас стоит другая версия в аппаратуре. Европейская или международная. Всем спасибо за внимание. До новых встреч.